Здравствуйте, вы на канале Бигетон ТВ. Один из прошлых выпусков был посвящен обзору российского венчурного форума, который прошел этой весной в Казани. Центральным событием форума была питч-сессия конкурсантов акселерационной программы Pulsar Venture Capital. Программа специализируется на поддержке наукоемких и технологических компаний. Но отдельно хотелось бы отметить работу экспозоны. Удалось пообщаться с некоторыми из участников, они поделились своими впечатлениями, рассказали о том, какой у них был опыт привлечения инвестиций и что они делают на венчурном форуме сейчас. В двух словах, чем вы занимаетесь? Мы делаем маркетплейс внутри игровых предметов, системы Steam, то есть это биржа и непосредственно агрегатор, как Яндекс.Маркет. Вы здесь впервые? Нет, мы были в прошлом году, выставляемся впервые, но участвовали в питчах в прошлом году. Ну и как ощущение, опыт появился за этот год? Да, мы в прошлом году привлекли здесь первый раунд инвестиций, сейчас собираем на второй. Что бы вы пожелали тем, кто никогда не пробовал? Пробовать? Все работает. Да? Может, не так быстро бы, как хотелось. Раунд финансирования тут у нас идет каждый год, а хотелось бы, наверное, раз в полгода. Лучше так, чем никогда. Чем занимается ваша компания? Изготавливаем литье. В своем деле используем печатные формы. Изготавливаем их на 3D-принтере немецком. В данный момент в России используется буквально 4-5 принтеров подобных, но они все на военке. То есть мы практически единственная компания, которая занимается коммерческой деятельностью. Вы ищете здесь деньги или людей? Мы уже с 2014 года заняты производством, то есть у нас все это налажено. Больше нас интересует клиентная база. Приходят клиенты отсюда? С прошлых выставок, да, в этой не знаю пока. Посмотрим, больно. Сейчас, секунду, я все включила. Это система ночного видения, которая позволяет ночью видеть значительно дальше, чем невооруженным взглядом. Это система безопасности. То есть вы, когда двигаетесь на автомобиле, например, с ближним светом фар при наличии встречного или попутного транспорта, вы видите всего 50 метров. Наша система позволяет ночью до 1.5 километра видеть. А если про воду говорим, то там вообще до 6 километров видимость. То есть водитель. А благодаря чему это создается? Это камера, которая дополнительно создает? Это высокочувствительная камера с мозгами для камеры. И изображение выводится либо на монитор, либо проекцией на лобовое стекло автомобиля. То есть получается, водитель смотрит не на дорогу, а смотрит на монитор? Водитель смотрит на дорогу, но поглядывает как вот в зеркало заднего вида, потому что с дальним светом не всегда получается ехать, к сожалению. Вы ищете здесь на форуме клиентов, инвестиции, партнеров? И партнеров, и инвестиции, и в том числе мы приехали сюда показать, что есть такая штука, ставить на катер, на автомобиль, на вертолет. У нас даже покупали такую штуку. Так. Здорово. Добрый день, что за компания у вас? Добрый день. Что такое? Не, просто воздух. Мы оптимизируем существующие ресурсы парка компьютеров, которые есть в компании. Как показывает практика, примерно 50% компьютеров свободны и никак не используются. Мы это все собираем в единое и создаем хранилище. Любая компания, у которых есть сеть компьютеров, есть данные, которые нужно безопасно хранить и вообще желательно не выпускать за пределы своей компании, то есть дата-центры или облачные сервисы, куда-то, кому-то, они оставляют все это у себя и не волнуются за безопасность или за доступ персонала к этим данным. Вы ищете здесь деньги, людей, партнеров? Внедрение в первую очередь, здесь именно, если говорить про данный форум. Плюс ко всему, мы открыты, сейчас у нас есть открытый раунд для инвестиций. Из какого города? Казань. Из Казани, прекрасно, здесь первый раз, я ничего не успел посмотреть. Да вы что, это вообще чудесный город. В течение 18 года проездили по всему миру. Лос-Анджелеса, заканчивая Сингапуром, Гонконгом, посетили разные, соответственно, конференции. Участникам могу пожелать, чтобы они по-настоящему знали, верили в свой продукт и не надеялись на форум. Зарабатывали сами? Ну, зарабатывали или как бы коммуницировали, да, с внешним рынком максимально сосредоточены со своей стороны, без ожидания, что за счет таких площадок они вдруг как-то поплывут наверх. Спасибо.
Здравствуйте. Расскажите пару слов о вашей платформе. Мы международная онлайн-площадка по привлечению инвестиций. Такой небольшой сайт знакомств для бизнеса, когда авторы идей и инвесторы могут встречаться в онлайн-режиме. Все контакты у нас есть уже на сайте. Мы можем оказывать еще дополнительные услуги, там консалтинговые услуги по составлению бизнес-плана, инвестиционного меморандума, финансовые модели проекта. Также у нас есть услуга индивидуальное продвижение, когда проект, так как у нас их много, мы его вычленяем и отдельно под инвесторы уже подбираем. То есть вы ищете сейчас людей, клиентов или деньги здесь? Мы ищем клиентов. Деньги они найдут сами на нашей площадке. Кстати, обсудить плюсы и минусы использования подобных платформ для привлечения инвестиций удалось в рамках форума с независимым проектно-инвестиционным менеджером Мирославой Семеновой. Ссылка наверху, рекомендую взглянуть. За кадром была Ксения Лазебная, канал Бигитон. До встречи!